Привет, мне так нужен твой совет. Прости, что долго я не звонила тебе, подруга. Привет, не упрекай меня в ответ. Я так нуждаюсь в твоей поддержке, моя подруга. Ты представляешь, он совсем цветы не дарит, вместе с друзьями только до ночи гуляет, и в ресторан меня давно не приглашает, подруга. И телефон его вообще не умолкает, да он и замуж мне давно не предлагает. Но что мне делать, я теперь уже не знаю. Поговори со мной.